свечивает, я ничего не вижу. А вы видите? Да. А потом уже уйдет. Да, я думаю, что... Подумал, что там 2-3 метра. Он был вообще брошен. Его здание сдавали в аренду всем желающим. В основном винные, соляные, пивные склады, всякие конкурсы, которые полагались. И уже в середине 19 века это было название. Так и появился проект разборки кремля для пищи. Из этого кирпича построить контрольные ряды для